сервиса. Главной темой повестки стало развитие в стране туризма. Для привлечения отдыхающих Путин предлагает упростить визовые формальности для жителей так называемых государств БРИКС. Это Бразилия, Индия, Китай и Южноафриканская республика. По мнению президента, важно комплексно подойти к развитию отрасли. В целом же глава государства отметил положительные изменения на российских курортах. В качестве примера привел горный кластер Сочи, где даже летом не уменьшается поток туристов. Сейчас отели здесь заполнены больше, чем на 90%. Конечно, свою роль, безусловно, мы с вами это прекрасно понимаем, играет и текущая экономическая ситуация, ценовая конъюнктура, курсовая разница. Отдыхать во многих зарубежных странах стало, конечно, дороже, если переводить это на рубли. Но очевидно и то, что в самой отечественной туристической индустрии произошли позитивные изменения. Многие регионы всерьез занялись развитием туризма. Активно строятся и реконструируются туристические комплексы, сопутствующая инфраструктура. Достаточно вспомнить про Сочи, который стал всесезонным курортом без всякого преувеличения мирового класса. Также на совещании обсудили изменения в законодательную базу. В частности, речь шла об узаконивании обязательной классификации гостиниц и санаториев. Это одно из предложений Краснодарского края, которое регион направил в ходе подготовки к заседанию. К слову, сегодня звездочки уже присвоены большинству отелей. Это почти 1500. Еще один вопрос, который неоднократно поднимался руководителем региона, это высокая стоимость авиа и ЖД билетов. Владимир Путин отметил, что нужно повысить доступность перевозок, прежде всего для льготников. Цены должны быть приемлемы и для людей из отдаленных уголков России, акцентировал президент.